ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರವಂತ ವೃಂದಂ Называется храм Рада Кукулананды. We are very fortunate. Мы очень удачливы. And in Kartik month. Что месяц Картик и под руководством Гуру и Вайшнавов. We have come to Vrindavan. Мы приехали во Вриндаван. Under the guidance of Guru Vaishnav in Gaudiya. Line, it is not an ordinary thing because линия Гауди это необычная вещь, потому что в Бхагаватам указано. The demigods also wants to birth in Kali Yuga. Боги хотят принять рождение в Кали-югу. Никто не хочет принимать рождение в Кали-югу, потому что Кали-юга очень неудачливое время. In Kali Yuga, everything is все сражаются друг с другом, брат с братом, мать с отцом, все родственники, все они сражаются друг с другом. Но в Кали Югу, это Кали Юга, необычная Кали Юга. Это Кали-юга, как поет Кришнадас Прабху. Кеджаби-кеджаби-рибай, Бхава-синдипай. Дханья Кали-юга. Кали-югу. Мы очень-очень удачливы, потому что проявился Господь Чайтанья. Даже полубоги с райских планет Сати, Трита, Двапара, Югу. С этих юг они хотят принять рождение в Кали-югу. Сати Юга рассматривается как самое благочестивое. В Двапара Югу пришел Кришна. In Kali Yuga, this is of Kali Yuga when Chaitanya Mahaprabhu manifests. Это особая юга, Кали Юга, особая юга, где когда проявился сам Господь Чайтанья, и он пришел распространить любовь к Кришне. Махапрабху раздавал любовь всем. Не нужно совершать очень много усилий. Только хлопать и повторять их. Hare Ram, 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 Ram
Lava Shashinandana Govardhan. Just visiting this, you can get this rare love of Krishna. Только слыша это, можно получить редкую любовь к Кришне. Мы очень удачливы, что мы не находимся ни в другой сопрадании, в другой культуре, в линии Бхактивинода Такура и Чайтанья Махапрабху. Это очень большая удача прийти в линию Махапрабху. So Vrindavan belongs to Gaudiya Vaishnava. So when Mahaprabhu Когда Махапрабху, you know, the king of Vrindavan is Gopeshwar Gopinath and Madan Mohan. This is called Sapta Devalas, seven Devalas. Radha Shyam Sundara, Radha Gopinath, Radha Shyam Sundara, Radha Gopinath, Radha all these seven Devalas to Gaudiya Vaishnava. Govinda, Gopinath, Madan Mohan, это одни из главных божеств. But, so you have to give the tax to Madan Mohan. Gopinath is in the center. Gopinath находится в центре. Around Gopinath, you have to give tax to Gopinath. On one side is Govindadev is there. So также Govindadev is there. Temple is also there near to Govindadev. They have to give tax to Govindadev. So people say that, you know, this the king of Vrindavan is the Govindadev, Govinda Gopinath Madan Mohan. То Govinda Gopinath Madan Mohan Gopulananda, это цари Вриндавана. И все это храма Гаудия Вайшнава. So this Radha Vallabh, who is the real Thakur of Radha Vallabh? Также есть божество Radha Vallabh. Hit Hari Vansh belongs to Gopal Bhatt Goswami. So Srinath belongs to Madhvendra Puripada. Srinath Kashyap принадлежит Madhvendra Puripada. So all these Thakurs, they all belong to us. They don't go anywhere. Все эти божества, они принадлежат Gaudiya Vaishnava, все там продают. That's why. So this Thakur all belongs to Gaudiya Vaishnava. Все эти главные божества Вриндавана принадлежат Гаудия Вайшнавам. You cannot find anywhere else because и много очень различных игр, где в других сампрадаях не найти. They did not come alone. И когда пришел Господь Чайтанья, он пришел не один. Шри Кришна, Чайтанья, Прабхуджи, Сва Паршада, Сва Паршада со своими спутниками он пришел. И Са Дхама, со своей Дхамой. Сианта Дурлабха Према принес мне непостижимую, очень редкую Прему. И обучает Шикшая Шаранагати, он обучает Шаранагати. So when the Lord comes along with his associates in this dham, когда Господь приходит со своими спутниками, со своей Дхамой, Никунджа и Галука Вриндавана спускается в это место. In this temple, the various Goswamis have come. Этот храм, где жили Госвами, и это божество Наротама Дас Такура. Кто такой Наротама Дас Такура? Према аватара Махапрабху, когда Господь Чайтанья оставил этот материальный мир. В Бенгале есть река, которая называется Падма. И Господь Чайтанья сказал: я отдаю свою жизнь тебе. Через некоторое время эта любовь, моя жизнь, любовь останется у тебя. Через некоторое время придет мой преданный и возьмет. Как я узнаю, кто это? Только прикоснувшись к тебе, ты поймешь, что это он. Любовь проявится автоматически в твоем сердце. И Наротама Дас Такур пришел в форме Према и Аватары. Just by his touch of his lotus feet. Прикоснулся к реке Падме. So the water automatically came out. Вода автоматически поднялась в реке. And wherever that wind blew, all across the Guru Vargas, Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Madhav Goswami Maharaj, Keshav Goswami Maharaj, So all these are Guru Vargas. И все наши Гуру Варга, они пришли в этой же линии
Бенгалии. Все спутники в линии народа Дастакуры, все они пришли в той земле, где эта любовь была проявлена народом Дастакуры. Према Бхакти Чандрика. Удивительные книги. Somebody who wants to get love of Krishna. Somebody who wants to have love of Krishna. Тот, кто хочет получить любовь к Кришне, должен поднимать свои руки. Никто не поднимает руки, чтобы получить любовь к Кришне. Потом Прабхупад говорил. So six ounces of love. You can get by Prem Bhakti Chandrika. Prem Bhakti Chandrika. Like any, just by reading that book. Just you don't have to do anything. Just read that book in your house. Сделать, просто читайте книгу Prem Bhakti Chandrika. Various processes to be perfect in this book. Just reading this book, you get Krishna Prem. Только читая эту книгу, можно получить Кришна Прему. Все эти киртаны народом Даса Такура. So this human rare human life is a gift of God. And if you do not perform bhajan, then we will spoil this gift of God. Если мы не совершаем бхаджан, не поем эти киртаны, тогда наша жизнь будет испорчена. So when the day will come, when we will get наступит день, когда я получу служение Шримати Радхика. And the sound of the ankle bell will give. So there's a beautiful kirtan. The kirtan of Prabhupada is. Kirtan Shri Guru Charana Padma. So all this kirtan which is happening. So all this protection, the desire for protection. So it's a kirtan for that also. Jai Jai Radha Krishna Yugal Mila. Когда мы отправимся в Кандирван, мы будем слышать эту харикатху. В Кандирване как преданные оставили тело. And he went automatically. It automatically got vanished. This Narottam Das Thakur is the incarnation of Prem of Mahaprabhu. Narottam Das Thakur, он воплощение премы Махапрабху. He got manifested in Kadirvan. И Радха Винод проявились в Камьяване. И также Лаканадас Госвами явил. Yeah.
Итак, он жил. After a very long time, I've been in this bond. Can you give me something to eat? And he made some food stuff and offered to him. Without chutney, I cannot have it. So then he made some tamarind chutney. And when Thakur ate it, he said, I need to sleep. We should play some Lakananda с Госвами, он жил на Вайкунте, и он поклонялся Радхавиноду. И Радхавинод сказал, о, Лаканат, я не могу уснуть. Я хочу кушать. Ты бы мог устроить чатни для меня? Лаканат с Госвами, у него ничего не было. И так он нашел тамариндовое. Плоды тамаринда, сделал ему чатни, ему накормил его. Потом Радхавинод говорит, о, не могу уснуть, мое тело горит. Ты мог бы помассировать меня? God like to dance, like gopis ask the Lord to dance. So somebody is a devotee, not doing anything for him. И преданные Господа делают все для него. His name is. So we have heard Shyam Sundar. So Balde Vidya Bhushan Prabhu. It's a beautiful Radha Shyama Sundar. Это божество Баладева Видьябхушана Прабху. Баладев Видьябхушана Прабху отправился в Джайнпур и там победил великих пандитов, ученых. Он написал Говинда Башу комментарий на Веданта Сутру. И он молился Говиндаджи, я не могу написать за одну ночь комментарий, поэтому ты должен помочь мне. И таким великим языком он излагал все. Веданта Сутра очень тяжело понять, потому что это книга Майвади. So that Vidyan doesn't belong to him. This is just the Vedas. Изложил искусным образом. Веда говорится. Шримад Бхагаватам — сливки всех писаний. 10-я песня Шримад Бхагаватам. Описывается Раса Лила и игрыши Мати Радхарани. Итак, Веданта Сутра Прабанта Гьяндаджи Гьяса. So he described in his book and gave a great commentary on this. Так он описывает свой комментарий великим образом. So when he described about Shringar Rasa. Много описывается Шрингар Раса в Шримад Бхагаватам. Любовь Шримати Радхики Кришне и Баладев Видьябхушана Прабху написал Сиддханта Ратну, излагая все это. Это прекрасная книга. Сиддханта Ратна называется эта книга. Он описывает, как полюбить Господа. Баладев Видьябхушана Прабху написал эту прекрасную книгу. До этого Радха Гокулананда. Этот храм, в котором мы находимся, называется Радха Гокулананда. Эти божества, им поклонялся шел народом Дастакур. Когда он отправился принять омовение на Кунду, там Радха Гокулананда появились перед ним, и он сказал ему, ты должен служить мне. Но как же я могу служить тебе, спросил народом Дастакур. Ну,
ты должен вовремя меня кормить. Но у меня не так много времени, сказал народ Амдас Такур. Иногда я нахожусь во внутреннем, трансцендентном сознании, иногда теряю сознание, иногда я в внешнем сознании. Как же мне служить тебе? И Радха Гокулана сказал, о, не волнуйся, я устрою все, просто у тебя есть желание служить мне, просто служи мне. И это божество Шилшана Чакравати Такура. Кто он такой? Сваруп Госвами manifested himself in Vishwanath Chakravarti Thakur. Шилшана Чакравати Такур, проявление Шилы Рупы Госвами. Бхакти Расамрита Синду, он написал также у Джваланни Ламани и многие другие произведения. И комментирует, и Шилшана Чакравати Такур пишет комментарии на эти книги. Как же нам познать все это? Он написал Бхакти Расамрита Синду Бинду, это комментарий Шилшана Чакравати Такуру. Дживалани Ламани Канда, также комментарий Шона Чакравати Такура, и он также Манджари Шона Чакравати Такур. Они устанавливают религию Паракия Бхавы, настроение возлюбленных, гопи. Сиддханта, философия, которая установлена гопи, а настроение возлюбленных, мы не можем имитировать это. И некоторые стараются имитировать это. Но эта философия настолько возвышена и настолько сильна. Каждый день Шилшана Чакравати Такур обрезал их, двуличие, бил их по головам, обрезая их ложное учение. И однажды они собрались убить его, смартабраманы. И когда они пришли к нему, он проявился как прекрасная гопи. Они спросили, о, Лали, Лали, ты не видела здесь Вишвана Чакравати Такура? И потом он проявился как Вишвана Чакравати Такура. Они поняли, что они совершают оскорбление великой личности. Итак, его комментарии утверждают великую истину. Он описывает возвышенную расу и шлоку, которую он написал. Утверждает абсолютную возвышенную истину. Мы все должны читать его комментарии. Каждая его шлока описывает, как гопи общаются друг с другом, как они общаются с другими группами гопи. Тавакатхамритам, таптадживанам. Гопи ругает Кришну. Они говорят так много о его проступках. А мы приезжаем во Вриндаван сюда со своими телефонами, разговариваем с своими семьями здесь. Нам необходимо слушать Кришну Катху. Итак, гопи говорят, мы счастливо жили в своих семьях. Когда мы услышали твою Катху, мы оставили свои семьи, теперь мы воспеваем Рады Рады. Здесь, во Вриндаване, мы воспеваем имена Кришны, Рады.
Bhagavatam. Shrimad Bhagavatam говорит, великие рассказчики Бхагаватам распространяют эти сказания о жизни деяния Кришны. By giving you Harikatha, you will run away from your house. You should not get in touch with Krishna. Если вы будете слушать таких возвышенных садов, вы покинете свои дома. Итак, гопи здесь говорят Кришне острым образом. Subhan Maharaj was describing his Swapna Vilas. Когда Махарадж описывал Сатана Вилас, Махарадж говорил об этой книге, которая описывается Чата Пушпанджали. Чаматкара Чандрика он написал Вишвана Чакравати Тхакур. Когда я приехал в Матпуру и встретился со Шрилой Гурудевом Шиланарайной Госвами Махараджа, он рассказывал эти гранхи. Я никогда не слышал об этом ранее в своей жизни. Откуда же льется такая Харикатха? И Шрила Гурудев сказал, все, что я говорю из книг Шрилы Вишванатха Чакравати Тхакура, это Чаматкара Чандрика. Мы очень-очень удачливы. Очень удачливо, что мы прикоснулись к линии Гауди Вайшнав, пришли в эту линию, и в этой линии нашей линии Госвами, Рупа Госвами написал так много книг. Шрила Вишванатха Чакравати Тхакур также написал так много книг. Рагунадас Госвами, Джива Госвами Пад также. Поэтому нам необходимо. Шрила Гурудев написал очень много книг очень доступным языком. Изучайте их. Сатана Виласа и другие гранхи. Я не видел эту книгу, и я не слышал такую катху. Но по милости Шрилы Гурудева мы получаем все это. Он даровал нам эти книги, эти дары. И мы очень удачливы, что мы можем читать его книги. Read Bengali because this is the main language of these saints. In Hindi. И Бенгали это главный язык среди всех языков. В нем содержится нектар. Если хотите погрузиться в нектар, можете изучить Бенгали. Поскольку в нем содержится весь нектар. Шри Чайтанья Махапрабху Рагунадас Госвами описывает. Он получил Шилу Гирираджа, когда Рагунадас Госвами оставил свою семью и пришел в Джаганатпуре. Его родители старались удержать его, старались вернуть его назад. Но по милости Нитянанды Прабху он обрел все. Нитянанда Прабху поставил свои стопы на его голову и дал ему наказание и сказал, ты должен организовать фестиваль расщепленного риса, служить всем вайшнавам, потому что в сердцах вайшнавов всегда живет Говинда. Когда он служил всем вайшнавам по милости Махапрабху, в конце концов он прибыл в Джаганатпури, что сказал Махапрабху, это великая милость Господа, что ты выбрался из этого материального пожара существования. Он служил так много Махапрабху, Шрила Рагунадас Госвами. Он жил на Сатасана дороге, улице Пури. И когда Махапрабху находился в глубоком настроении Шримати Радики, он горько плакал в настроении разлуки. Рагунадас Госвами записывал все это, и он написал это в своих книгах. И также Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает это в Шри Чайтанья Чаритамрите. И там говорится, ты должен отправиться во Вриндаван. Он обрел Рагунадас Госвами Шилограм Шилу.
Итак, Рагунат Дас Госвами отправился во Вриндаван. Он совершал абхишеку своему Гирираджу своими слезами. Здесь пять Такураджи, и мы очень удачливы, что у нас есть эти дары в виде книг. Мы молимся нашему Гуру Деву, чтобы он пролил на нас милость, чтобы мы постоянно находились в линии Гаудия Вайшнава, следовали Гуру и Шрила Вишванатха Чакравати Такур. Пусть прольет свои благословения на нас, чтобы мы могли развиваться на пути бхакти. Аритай Гору Преманитри.